Китайский потребительский рынок занимает по объему второе место в мире. В Поднебесной живет около 400 миллионов покупателей со средним уровнем дохода, и их число продолжает расти. Поэтому все больше международных корпораций стремятся развивать бизнес в КНР. Недавно один из старейших американских производителей бытовой техники принял новую стратегию, чтобы начать создавать продукты специально для китайского рынка. Американский рынок – это наше настоящее, а китайский – наше будущее. Население КНР более чем в 4 раза превышает население США. Здесь у нас уникальные возможности для развития. Особенно привлекательные перспективы в игровой индустрии, где уже сейчас задают моду более 600 миллионов китайских геймеров. Основатель крупнейшей новозеландской студии разработки видеоигр называет КНР одним из самых прибыльных рынков в отрасли. Сначала при локализации игр мы просто переводили текст, но теперь на стратегически важном рынке КНР мы хотим пойти дальше. Для этого мы проводим маркетинговые исследования, которые помогут лучше понять потребности китайских геймеров. Благодаря быстрой урбанизации объемы потребления в городах Поднебесной стабильно повышаются. Последние 10 лет розничные продажи росли в среднем на 8% в год. Главным драйвером этого подъема стала онлайн-торговля. По мере развития экономики покупательная способность населения постоянно меняется. В прошлом для жителей нашей страны были особенно важны доступные цены, но теперь мы стали чаще принимать в расчет свои индивидуальные потребности. Сдвиги в поведении покупателей резко увеличили объем импорта КНР. За последние 10 лет он удвоился и достиг почти 300 миллиардов долларов. Но это не предел. Эксперты ожидают, что китайский потребительский рынок продолжит расти.